что, ребята, всем привет! Вы ждали это видео, я тоже его ждал. Видео с вашими работами, которые вы делали в лайке. Это эдиты, это будут дуэты. Не буду вас томить, поехали! Класс! Сразу человек повторяет все движения, четко понимает, что надо делать. Класс! О, круто, нервы, моя любимая группа, просто респект, кайф. Каждый день 1 апреля, ведь каждый день твоя спина лишь белая. Все с кайфом. Многовато эффектов, вот если бы задник был размытый, а перед был четкий, было бы круче. Алло, ну короче, я типа... О, дуэтик. Помнишь, я к тебе подхожу, и я такой пау-пау-пау, ты типа бум-бум-бум-бум-бум, наношу тебе удар. Она снова полюбила, снова не того. Хорошо, мало эффекта, хорошо. С кайфом. Многовато эффекта. Чем-то он только зашел этот видос, но прикольно. О, респект. Алинка, респект. За лава-лава, за мерч. О, сотка, да, показывайте себя больше, это круто, не стесняйтесь, не надо этого всего. Ну, короче, я типа это, как его? А помнишь, я к тебе подхожу, и я такой пау-пау-пау, ты типа бум-бум-бум. Класс, дуэт, дуэт, классный. Ого, кроп какой. Ник четкий, да? Пин, что тебе дороже, я или пицца? Пицца. Конечно, ты. Здесь какая-то паранормальщина, серьезно. Да. Моя, ну кисунь, ну ты... Как вам нравится этот тренд, я вот его... Ну, окей. Я типа это, как его? А помнишь, я к тебе подхожу, и я такой пау-пау-пау, а ты типа бум-бум-бум-бум-бум. Кайф. Это девушки, в которую влюблен, я смотрю и не врубаюсь, он вообще ком. Ущущается пульс, сердце током бьет, и вот он произносит имя, ноги мое. Ну, сорян. Ты, видимо, человек ко мне покупает билет, да? Ну, кайф. О, парень. Класс. Парни редко снимают. Ну, короче, я типа это, как его? А помнишь, я к тебе подхожу, и я такой пау-пау-пау, ты типа бум-бум-бум-бум-бум, наношу тебе удар. Класс. Дуэты люблю. Дуэты прям вообще обожаю, ребят. Вообще просто вау такая. Кайф, кайф, спасибо. Ну что, похимичим? 5 эффектов. Надо эффекты, ребята, использовать размеренно. Старайтесь это делать размеренно. Ой, милашка. Давай про... Хорошо, ты знаешь своего батю. Ты знаешь, когда у него день рождения? Не будем досматривать до конца. Это классно, когда вы знаете про своих родственников классную информацию. Стремитесь к этому, чтобы знать и помнить больше о них. Ой, это очень приятный видос. А я тебя. Блин, спасибо. Спасибо, Алина. Смешной видос. Вообще, вот этот голос, эффект офигенный, очень смешной. Это слишком мило. Слишком тупо спрашивать. Это я слишком часто спрашиваю. Это слишком тупо. А чё я вообще-то никогда не пишу? Ушу дарю. Слишком часто снимаем. Ему надоело. Короче, справа просто стол и пойду спать. Да, пойду спать. Конец видео.
Спасибо. Ну и пошли эдиты, да, эдиты, да. О, рисунки классные, классные, классные. 3:30, да, чё не спишь? Блин, как это попало вообще опять в тренды? Почему ты с ним и не со мной? Мне больно, ведь сейчас с тобой тусуется другой. Я говорю ей, иди, мне нужен покой. Я снова вою под луной. Очень приятно сзади. Я, танец, очень приятно. Спасибо, реально, круто. Алло, ну короче, я типа это как его? О, ты же с сердечками. Очень приятно, когда вы просите сердечки. Это очень приятно, реально. Ну, здесь все понятно. Очень смешно видос. Блин, эти коты мимасные, очень смешные, реально. Ребята, никуда не уходите никогда. Делайте прям много, старайтесь, все будет. У меня тоже не сразу все получалось, поэтому вы молодцы. Люблю этот трек. Этаж. Да, я стараюсь все всегда заметить, тоже вам поставить лайки. Да, похоже, похоже. Похоже. Ну, это было популярно года два назад, такие делать. И такие тоже. Ну, все понятно здесь. Так, это понятно тоже. Многовато эффектов. Да, кстати, с Новым годом реально вот он уже сейчас поступает. Вместо мозгов у тебя в башке какашки. Да я все замечаю, эдиты. Целая вселенная. Ты словно целая вселенная. Спасибо. Опять этот смешной голос. Почему ты с ним, а не со мной? Мне больно, ведь сейчас с тобой тусуется другой. Я говорю ей, иди, мне нужен покой. Я снова вою под лу... Кайф. Тоже этот трек как выбился в тренды. Но спасибо за это. Я, ну кисунь, ну ты я, чё, не ревнуй? Тоже. Вам очень это нравится, я это не понимаю. Я тебя обожаю. Мур-мур-мяу. Обожаю этот тренд, кайф. Приятно, когда вы цените вот эти всякие фразы. Тоже все понятно. Все нормально, все снимают нормальные видео и влог. Да, молодец, подметила правильно. Ой, Наймушкин, чё, спасибо, много эдитов всегда, очень классные. Респект. Вечер сменяет ночь, очи еле продрав. Если это любовь, то она взята на прокат. Не надо сладких слов, зачем сходить с ума? Лучше тонуть в дыму, чем утонуть в твоих глазах. Да, не слушайте ноунеймов этих. О. Не хочу. Давай выпьем. Не хочу. Давай поспим. Не хочу. Очень смешно. Пойдем погуляем. Истина топ. Ой, спасибо, что всегда ждете трансляцию, это очень приятно, реально. Каждый день 1 апреля, ведь каждый день твоя спина лишь белая. Детка, у тебя шик. О, вот это классный видос, очень. Ваниш, спасибо. Да, ты попала. Down,
нравится, когда все меняется вот прям в бит. Это очень круто, реально. Правильно и круто. Ну, это шедевр. Ну, тоже... О, тоже мило. Спасибо. Ой, Ваня, стоп. А, класс, очень круто, спасибо. Вот он, смена под бит. Кайф. Ну, тут все понятно. Такой эдит. Заметил. Похож. Похож. Та самая шапка. Ладно, Эмушин крутой. Моя душа такая. Тоже понятно. Обожаю этот трек, класс. Я не я. Твои глаза соблазны. Класс, табличка, я опасна. Класс. Класс. Да, да, класс. О, это приятно. Спасибо, спасибо. Очень приятно. Примерно, короче. Да, это смешно. Заметил. Будущая жена не узнает, что их дети носят наши имена. Понятно. Да, нечего делать. Как будто я супергерой. Так неожиданно успех большой. Но может, Наталья страна будет петь с тобой. Ты меня искал, а у меня обошел. Кайф. Ты не мог понять, что меня в ней зацепило. Посмотрел в ее глаза и меня осенило. Ее лайк поумал. Ой, класс, класс. 92 лайка. Это хороший результат. Тут тоже все понятно. Он немного изменился, написано. Да, изменился, да. Спойлер, его там не будет. Кайф. О, дуэтик. С танцем. Тем самым. Викусик, молодец. Спасибо, спасибо. Будем готовить мои любимые фрита. И завис, короче. Ну, тут тоже все понятно. О, это очень приятно, реально, очень приятно. Спасибо, реально, спасибо. Эдит лучшему, спасибо. Тоже классный видос, очень классный. Никто. Спасибо, все вышли. За мной висит должок. Это было очень мило с твоей стороны, но я хочу еще. Да, там сердечки должны были быть, да. Ребята, это все видосы. Если вдруг я кого-то не заметил, не увидел, обязательно скидывайте ссылку в комментарии. Пишите, какой видос из этих всех понравился вам лично, я все почитаю. Напишите, как вам моя реакция. Спасибо вам большое за ваше творчество. Реально, это очень приятно. Я думаю, что мы еще будем делать такие видосы. Готовьтесь, все, всем спасибо. Ставьте лайк, пишите комментарии, делитесь с друзьями. И пока-пока!